Ну что, пора сделать красоту, и сегодня мы будем делать две картины в стиле стрингарт. Это будет диптих, они будут отличаться, но в то же время они будут в одном стиле. У меня уже давно были сделаны такие заготовки. 12-миллиметровая фанера покрыта текстурной шпаклевкой, покрашена красками акриловыми и покрыта лаком. Такой под цемент сделала я. Вот, они идентичные, не стопроцентная копия, но похожи. И наконец-то дошли у меня руки, точнее степлер, для того, чтобы сделать. Это видео будет коротенькое, я просто сниму, как забиваю, и сам процесс наматывания, то есть трепаться я прекращаю. Ну, может быть, скажу пару слов в конце. Ну, а теперь просто наблюдайте за процессом. Надеюсь, понравится. Ну что, я закончила. Такой получился диптих. Их не обязательно вместе вешать, можно и по отдельности. Каждая картина может висеть и самостоятельно. В общем, и такое умеем. Всем спасибо за просмотр и прекрасного вечера. Пока!